ничего необычного, просто толпа людей в Ludus Dom, соответственно, которым нечего делать в воскресенье. Спрашивается, зачем они здесь, да черт его знает. Потратить свое время, здоровье. Вот, сейчас мы узнаем, откуда все эти ребята и девчонки приехали. Погнали. Привет, ты откуда приехал? Сайкана. Ну не, в город. Город? Москва. То есть ты себя москвичом назвал? Уже да. Все, договорились. С Москвой. Ты откуда приехал? Москва. Ребята, откуда приехали? Сенск. Воскресенск. Воскресенск. Москва. Москва. Привет, из какого города? Же. Ты не москвич, я тебя знаю. Давай, откуда? Воскресенск, да. Москва. Я коренной москвич. Коренной москвич, да. Привет, откуда приехал? Тоже отсюда. Я из Чечни. Москва. 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 Из Москвы. А ты москвич же, по-моему, да? Нет, москвич давно, как осей. Ну ты из Москвы сегодня приехал? Нет. Откуда? Я не помню. Здрасте, я из Москвы. Москва. Москва. Подольск. Подольск. С Подольска. А что в Подольске? Нечего делать в воскресенье? Да. Чего вы сюда поперлись? Вечером еще тренировка. No gate. Приехали конкретно за Рубу. Из Москвы. Из Нахабино я приехал. Красногор. Красногор. Из Перми. Из Москвы. Из Москвы. Коренной. Тоже из Москвы? Москва. Статистика показала, что большинство сегодня из Москвы. Кайф. Стоп! The idea of doing open mats for as the name says, open, was a few years ago when we started developing Ludus. And the idea is that we have kids, we have girls, and also we have mixed girls and guys. And the idea is to promote the development of everyone, because guys meet each other, they know each other, even being from different teams. Also to show this thing that everybody's for jiu-jitsu. You can have your team because you like a coach, because you live near your gym, but it's not an issue. You can train also with other friends. So jiu-jitsu, the competition is in the tatami at the time of the competition itself. Outside, everybody must be friends, have fun like you see here. And I'm very pleased to have guys from all teams coming to our open mat. And I can see that the other coaches from all gyms are doing a great job because I see these guys develop day by day. Стой! Синий кимоно, вторая линия, на колено. Синий кимоно, первая линия. Садись, пожалуйста. Как вы знаете, самая важная часть тренировки – это общая фотография. Собственно, боролись мы намного меньше, чем фотографируемся. Тебя чуть-чуть как это, пожалуйста, вот. Давай. Сейчас будем фотографироваться, короче. Это дед Фаер. Давай, чуть-чуть. Здесь кимоно, хорошо, борьба. Хорошо, 10 минут. Видео? Да. Очень люблю бороться, очень не люблю правила вот эти кланяться, пожимать руки. Спасибо, после борьбы сказал, хватит. Правильно.